В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась региональная конференция «Юный филолог-2022». Участие в ней приняли около 60 школьников со всей республики. Программа объединила проекты четырех направлений. Лингвистические аспекты английского или немецкого языка, литературоведение англоязычных стран или немецкое литературоведение, лингвостроноведение англоязычных стран или немецкое лингвостроноведение, а также переводоведение. У нас тема была англицизм в русском языке, так как языки связаны между собой. Русский язык – это такое развивающееся явление, и влияние английского языка мне показалось очень интересным. Мне кажется, что именно для старшеклассников, которые 9, 10, 11 класс, которые уже, будучи достаточно осознанными взрослыми, которым предстоит поступление в вузы, поступление в колледжи, я считаю, что это очень важно – уметь выступать перед публикой, уметь отвечать на вопросы и представлять свою точку зрения – и уметь также принимать другую точку зрения. Связующим звеном конференции стала общая заявленная тема – английский язык, фольклор и страноведение. Тематика докладов оказалась обширной – от американского сленга до модных трендов Елизаветы II. Все лето я писала исследовательскую работу, изучала много источников, позже составляла презентацию. Трудности возникали, естественно, как и в любой работе, но с ними мы легко справились. Сами школьники отметили, что участие в конференции для них – отличная возможность расширить кругозор, улучшить ораторские навыки и приобрести опыт подготовки научного материала. Маргарита Михайлова, Екатерина Ощепкова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ «Универньюз».